Приветствую всех на канале DevKladoiskatel. У вас все еще тупит и тормозит YouTube. Есть еще одно решение. YouTube будет летать. Итак, что нужно для этого делать? Во-первых, нужно открыть браузер Google Chrome. Вот он сейчас открыт. Заходим вот по трем точкам, нажимаем, выбираем расширение. Управление расширениями. И вот такой вот есть U-Boost ускорение. Это расширение для браузера Google Chrome. И включить его. Здесь вот вправо должно быть, если у нас отключен. Если у вас этого ускорения, расширения нет, то переходите вот по этой вот ссылочке, еще больше расширений в интернет-магазине Chrome. Сюда заходите, вводите здесь YouTube, к примеру. И вот и тут появляется сразу YouTube ускорение. Вот оно. И скачиваете его. Оно у меня сейчас скачано уже. Здесь будет появиться установить, скачать. YouTube летает просто. Предложит вам премиум аккаунт U-Boost подключить бесплатно 24 часа. Но после 24 часов там, по-моему, 199 рублей нужно платить. Но он даже и без премиум будет у вас летать. Ну, по сравнению с тем, что было раньше. Вот, если раньше, допустим, по ссылке я переходил по какой-нибудь там, допустим, вот, ну и, допустим, мои видео открываются мгновенно. Ну, они открывались, но так подтупливали. А вот по ссылкам, если переходить на другие каналы, к примеру, там, заходил на видео, включал, и оно крутилось, крутилось и не запускал. Сейчас, видите, мгновенно все запускается. Так что Google Chrome и расширение вот это вот. Еще раз напоминаю. U-Boost. Всем удачи!